Снова в мир вторгается зло. Где ты, Скричер, время пришло пробудиться. Будем биться. Как нам в батле храбрыми быть? Скричер, диски где раздобыть? В мире этом дай ответ нам. Дикий ветропоток ревет. Скричер, пламени магнушон. Взрыв энергии не померкнет на пути. Дикий солнечный заряд. Скричер, молнии разряд. Это время тьму развеять, мир спасти. Давайте, скричеры, вперед. Пусть смелость нас не подведет. В битву эту за планету сердце нас зовет. Своих друзей мы соберем. Имени скричеров найдем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. Дикие скричеры. Жестокость Абадона, обманутый юноша. В предыдущей серии, расследуя кражу солнечной энергии в Sunlight City, Ксандр и Ринго встречают Яши, другую скричер-гонщицу, а также странного доктора, который и оказался виновником пропажи. Все трое возвращаются на арену, но попадают в ловушку Рафа. В трудный момент Яши помогает братьям сразиться с противником. Ха, какой же бесполезный. Я придумал такой хороший план, а ты умудрился все испортить. Лорд Абадон, Airstrike Eagle и Hellfire Tiger были уже у меня. Но вдруг появилась эта девчонка Яши со Скричером. Они на меня налетели втроем, поэтому я и проиграл. У тебя бы все получилось, если бы ты мог вселять страх в своих врагов. Вселять страх? Учись у меня. Это что, двойник Абадона? Лайтнинг Крайна, ты накупался? Обожаю купаться, так расслабляет! Тебе тоже не помешает окунуться после долгой дороги. Пойдем лучше, Sunlight City уже близко. Я еще ни разу не был у тебя дома. Ужасно хочу познакомиться с твоей смелой сестричкой. Хе-хе! Вот мы и на месте! Наконец-то! Босс, что надо сделать, чтобы внушать страх, как лорд Абадон? Без понятия. Он бы, наверное, просто разнес тут все по камешку. Если ты так говоришь... Да какая разница? Давай просто посмотрим. А? А? Яши, идем, я познакомлю тебя с Джансоном. Угу, давай. Вызываю Джансона. Привет. Привет. Джансон, это скричер-гонщица из Sunlight City. Угу. Привет, Джансон, меня зовут Яши. Привет, Яши, рад знакомству. Кто это у тебя на плече? Это Санблейстак, моя напарница. Санблейстак такая классная! Она помогла нам победить Рафа! Что, Раф? Снова он объявился? Раф хотел отобрать наших скричеров! Мы думали, что все пропало, но Санблейстак победила Devouring Panther! Так круто! Скажи, это же супер, правда? Да, это замечательно. Яши, Санблейстак, я рад, что вы с нами. Джансон, с энергетической компанией проблемы. Ксандр, Ринго, отвезите Яши на базу. Я вернусь туда, когда закончу расследование. Ладно.
Теперь, когда с нами Санблейз Так, у нас один, два... Три скричера! Кошмар! Ты что, до трех посчитать не можешь? О, неважно! Давайте лучше посмотрим на характеристики Санблейз Так. Сейчас просканируем. Скричер Санблейз Так связана с энергией Солнца. Она умеет очень быстро исцелять других скричеров и наполнять их силой. Ого! Это так классно! Что? А? Что это? Ксандр, красный кружок уменьшается! Похоже, чем больше мы находим скричер-гонщиков, тем меньше становится красный кружок. Если я не ошибаюсь, этот кружок отмечает какое-то особое место, которое связано с очень важной тайной о скричерах. Если 12 скричеров соберутся снова, мы сможем ее разгадать! Вот наш план! Нужно как можно скорее найти все 12 скричеров. Сегодня такой хороший день! Давайте отпразднуем это, когда вернемся на базу! Да ты просто ищешь предлог, чтобы поесть! Арва, твоей сестре понравится подарок, я уверен! Мы почти пришли. Папа и Яши наверняка не ждали меня так скоро. Ха-ха-ха! Устроим им большой сюрприз! Папа! Яши! Я да... А? Нет! Что произошло? Папа! Яши! Яши! Где же вы? Арва, успокойся. С твоими родными наверняка все хорошо. Лорд Абадон и правда разнес все по камешку. Какая жуть. Да уж, босс, лорд Абадон меня ужасно пугает. Лорд Абадон, Ксандр и остальных тут давно нет. Зачем вы разрушили арену? Раф, ты уже дважды меня подводил, но я простил тебя. Однако мое терпение не безгранично. Запомни, если снова меня разозлишь, я уничтожу тебя так же, как эту арену. Я все понял, лорд Абадон. Я клянусь, что очень скоро добуду всех скричеров и принесу вам. Яши! Лорд Абадон, смотрите! Скричер. Иди, попробуй узнать, какое именно. Быстро. Эй, парень! А? Ты кто? Давай отсюда, тут тебе не место. Мы тут делом заняты. Это Деваринг Пандер. А? Дело, значит? Так это ты во всем виноват. Зачем ты разрушил мой дом? Это был твой дом? Босс, похоже, этот парень сын владельца арены. Ты серьезно? И что нам теперь делать? Босс, если он узнает, что это мы разрушили арену, он точно решит отомстить. Не, ерунда. Я ничего не рушил. Это не моя вина. Зачем ему мне мстить? Эй! Что ты сделал с папой и сестрой? Я тебе ничего не скажу! Ты об этом пожалеешь! Скричер-трансформация! Урод-трансформация! Лайнинг-Райно! Деваринг Пантер, вперед! Скричер трансформация! Урод трансформация! Деваринг Пантер! Деваринг Пантер, нападай!
Лайтнинг Райна! Яростный рывок! Деваурин Пантер, не смей опять проигрывать! Давай, кусай его! Жесткая шкура! Лайтнинг Райна, покончи с ним! Будет сделано! Этот старяк слишком сильный! Вы заплатите, злодеи! А? Деваурик Пантер! Ну, держитесь! Сейчас я тебе покажу! Деваурик Пантер, разрывные снаряды! Бесполезно! Ха-ха! Получай! Посмотрим, что прочнее. Это шкура или лазерные когти? Лайтнинг Райна, стреляй в него лазерами! Огненный взгляд! Блокируй, Деваурин Пантер! Береша, береша! Гандрища, жать, жать! Уклоняться надо! Босс, ты же велел мне блокировать! Молчи! Лучше подумай, как его победить! Мне нужен этот могучий скричер с лазерами. Мальчик расстроен. Это можно использовать. Лайтнинг Райна, целься в него! Вот как это делается. Мы слишком быстрые, в нас не попасть. Разрывные снаряды. А? А? Лайтнинг Райна, используй отражение. Понял, Арва. Эй, встань с меня! Прости, босс! Эй, ты! Это было нечестно! В последний раз спрашиваю, что ты сделал с папой и Яши? Ха! Скажу, если победишь меня! Давай, атакуй! Хватит! Но лорд Абадон! Прав, я сказал хватит! А ну прочь отсюда! Да! Да, лорд Абадон! Прости, мои слуги такие грубые. Это все большая ошибка. Не знаю, кто ты такой, и не хочу знать. Верни моих родных, или я покажу, на что способен. Понимаю, ты зол. Но ты должен знать, что мы тут совершенно ни при чем. Мы очень тебе сочувствуем. Эй, босс, что это с лордом Абадоном? Замолчи и просто наблюдай. Думаешь, я просто так тебе поверю? Лайтнинг Райна, огненный взгляд! Выполняю! А? Что? А? Давай еще! Бесполезно! Лазеры на него не действуют! Я не хочу с вами драться. Почему ты не веришь моим словам? Арва, нам с ним не справиться. Подумай хорошенько, Арло. Если это моих рук дело, почему я не нападаю на вас? Разрушили арену и похитили твою сестру? Наши общие враги. Мы спешили как могли, но, к несчастью, опоздали. Иначе трагедии удалось бы избежать. Мне очень жаль. С чего мне тебе верить?
Этих мальчиков зовут Ксандер и Ринго. Это они во всем виноваты. Арло, это просто картинка. Не верь тому, чего не видел своими глазами. Ксандер и Ринго. Лорд Абадон так крут, одурачил его. Эй, босс, а почему ты так не сделал? Тогда бы нас не побили. Просто в бою не было времени, чтобы все придумать. Из-за них ты потерял дом и своих близких. Ты должен отомстить. Пусть тоже страдают. Что ты делаешь, Сарло? Ну-ка, отойди! Темная энергия. Если с ней соприкоснуться, становишься очень сильным. Еще, кажется, можно впасть в кому и потерять память, босс. Я и без тебя это знал. Вот так. Мой дом, папа, сестренка. Я лишился всего, что мне дорого. Пора отомстить. Мне нужна сила! Это желание я легко могу исполнить. Присоединяйся ко мне. Тогда я сделаю тебя гораздо сильнее. Я и так силен. То, о чем я прошу, это невероятная мощь. Посмотрим, сможешь ли ты ее принять. Яши, это комната отдыха. Ого! А тут столовая. А в этой комнате мы тренируемся. Ого! Какая красивая комната! Тут так уютно! Мне правда можно тут жить? Конечно! Мы уже договорились с Джансоном. Мне тут очень нравится. Спасибо, ребята. Послушайте, мне кажется, нам нужно устроить приветственную вечеринку. Да, Яши, ты не хочешь сперва отдохнуть? Нет, все в порядке. Ни за что не пропущу приготовление к вечеринке. Так, тут готово. Hellfire Tiger, ты готов? Готов, начали. Вот так! Все готово! Теперь можно и отдохнуть! Нет. Шарики лучше заменить на розовые. Спасибо за помощь! Чего? Ого! Все эти угощения для меня? Нет, конечно. Оно в основном для моего брата. Жадина. Ринго, Яши, это особый сок, который я привез из Sunlight City. Попробуйте. Супер, я так пить хочу. Ты такой заботливый. Спасибо. Очень вкусно. Очень вкусно. Ты такой заботливый. Что с тобой, Яша? Тебе не понравилось? Нет, нет, понравилось. Это мой любимый фруктовый сок. Раньше папа с братом меня им каждый день угощали. А, так ты скучаешь по дому. Понимаю тебя, Яши, но ты всегда можешь навестить их в Sunlight City. Все так. А здесь с тобой всегда будем мы. Яша, ты не голодная? Хочешь что-нибудь съесть? Вот. Наедайся как следует. Мое любимое пирожное. Угощайся. Спасибо, Ринго. Но я устала. Пойду к себе. Ксандер.
Почему Яша такая расстроенная? Наверное, ей тяжело впервые быть далеко от дома. Не волнуйся, Яша обязательно со всем справится. После тебя она самая сильная из всех, кого я знаю. Угу. Яша, все хорошо? Мне просто не хватает папы и Арла. Может, проверим? Вдруг он уже вернулся? Давай. Что? Что происходит? А? Что-то случилось? Переведено и озвучено Straight Pro в 2022 году. Роли дублировали Леон Автаев, Тихон Ефименко, Анастасия Филимонова, Ярослав Горнаев, Ислам Ганджаев, Петр Коврижных, Александра Курагина, Артем Затиев, Максим Якимов.